7. Ты два бравлера, 100%. 7. Всем привет, с вами Аурум, Матвей и большой гигантский планшет. Ребятки, я не знаю, кто помнит, кто не помнит, в одном из моих прошлых видео я нашел этот аккаунт. В чем примечательность этого аккаунта? У меня было куча таких аккаунтов, мы с Матвеем, помнишь, мы давно очень много открывали, и все аккаунты назывались Aurum. То есть я создавал чистый аккаунт, и мы делали на нем эксперименты. Бинго, морской бой, куча батлов. И однажды я открывал подарки, вот которые у нас новогодние выходят, и перечислял все свои аккаунты. И тут я захожу на АК, а там 2000 гемов! Я дико офигел и поэтому решил для вас подготовить вот такое вот открытие сундуков на секретном таком аккаунте, на котором мы только нашли, ну и в честь как бы Нового года. Поэтому заранее поздравляем вас с наступающим Новым годом, с Матвеем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и давайте так, давайте договоримся. Вот я желаю вам выбить все то, что мы с Матвеем выбьем сегодня. Поэтому досмотрите видео до конца, я рассчитываю как минимум на Лего. Давайте посмотрим, что на этом аккаунте. Изначально... Током. Изначально мне опять бьет током. Так, изначально на этом аккаунте... смотрите, смотрите. Значит, есть два мифика. Есть эпик. И есть не все редкие. Три сверхредких. Блин, три редких всего лишь. Это уже два мифика. Сверхредких. Сверхредких, да. И четыре редких. Да. Все редкие. Ну, это маловато на самом-то деле. Это реально маловато, и сейчас за 2000 гемов мы реально такого не творим. Я умею это выбить. В магазине есть специальные акции новогодние. Сейчас посмотрим. Так, магаз. Магаз. Кодаурум введен. Кстати, введите обязательно Кодаурум. И у нас здесь куча акций. Значит, есть набор значков. За 9 гемов просто. Да, мы сейчас, кстати, кольта выбьем по-любому. Ну, как в прошлом видео с Эвколом. Да, да, я помню. 100%. О, новогодний значок. Да, новогодний значок. Можно, кстати, давай, забираю его сразу. Классненький такой. Отличненько. Вот, есть. Еще у нас есть вот The Game, очень крутые акции. Они намного выгоднее. Просто на 6-7 раз. Это офигенно. Что? Поэтому забираем. И у нас плюс еще останется. Так, да? Что-то еще. У нас за доллар здесь есть. Есть у нас... Гейл. Вау. 79. Офигенно. Так, ну, кстати, я не думаю, что за доллар стоит ее покупать. Нет, тут ничего такого. Хорош. Короче, ну что, начинаем тогда с пинов. Сейчас сразу выбиваем пин арткула. Давай, ты... А какой? Давай сначала вот давай, обычный, да, давай. А потом уже ты откроешь новую ручку. Давай, давай. И давай, кольта. И кольта. Мортис. Мортис, ну, но неплохо, тоже. Неплохо, давай, неплохо. Открывай. Теперь набор значков, как бы, давай. Большой уже. Кольт, ты готов? А, у нас, может, даже кольта нету, подожди. Или есть? Эй, а, да. Нет. У нас нету кольта. Нет, у нас нету кольта. Блин, ладно. Хотя, нет, там же 8 кубков. Да. И бэм. Ну, тоже. Да. Нормально, нормально. Сойдет. Так, ну, наша основная задача под Новый год выбить просто Лего. Да. Поэтому... Чтобы такое все желтенькое. Давай, давай, я за 4 открываю, а ты открываешь потом за 7. Окей, хорошо. Давай, просто все один человек. И потом посмотрим, кому больше выпадет. У меня за 4 или на 7? А, поинты, поинты, окей, поинты, там... давай, на Шелли. Шелли. Подтвердить. Там они даже прокачаны так неплохо. Угу, 200 гемасиков. И потом еще значков на... Так, поехали. 6. А, кстати. Блин, я забыл. Да, так здесь нет снаряжения, поэтому... Здесь нет снаряжения. Так все равно это ж монеты. Не-не-не-не-не. Да, ну нет, если нет снаряжения, у нас та же фишка. Шестерка, значит, единичка горит. А, точно, я забыл. Тем более, у нас сверхредкого нету. Это Дэрил. Дэрил. Хорош. Ну, уже первый бравлер есть. 4 из 5. Отлично. Ребятки, если вдруг... Ну, у вас по-любому у всех есть Дэрил. Ладно. Давайте, я хочу выбить вот что-то, чего у вас реально нет. Давай, шестерочку. 5. Ладно, ладно, ладно. Не бывало, что из 5 падало. Да. Кто знает, тот знает. Так. Так. И... 6. Опа, это новый, да, правда. Это да. По-любому. Хорошо, что мы их не прокачивали вообще, да, даже если бы, да, когда-то и... давно. Это Пайпер. Пайпер. Ну, неплохо, это эпик уже что-то. Вообще очень даже неплохо. А сколько второй там у нас сверхредких? Один остался. Один. А, один. Кстати, это неплохой шанс. Шанс. И последний. Шанс. 7. Ты два бравлера, 100%. 7. Это минимум. Но эпик. Один сверхредкий, минимум, да. Минимум эпик. Да. Уже. Да. Или мифики, или Лего. Смотри, смотри. Ну, блин, это просто очень жесткий аккаунт.
Генерал Гавс. Приказ генерала Гавс. Подожди-ка, это значит, что следующий тоже минимум эпик? Не факт, почему? Сверхредкий. Не может быть меньше. Разве? Ну я думаю, да. Ну давай посмотрим. Никогда такого не было. Кстати, ну с хромиками я прям не знаю. С хромиками у меня первый раз падает первым хромик, и потом чтобы еще что-то осталось. Поэтому большой вопрос. Ну окей, готовы? Ну посмотрим сейчас, посмотрим. 3, 2, 1. Прикинь, сейчас еще один хромик. Уф, вот. Реально два хромика? Что? Это получится два эпика, или... Ну да, я уже, кстати, не помню. Ну по идее, да, по идее два, да, два эпика. Ребятки, ну блин, два хромика. Вы, у вас падало когда-нибудь два хроматических с одного сундука? Вот, кстати, ответ. Вот, а если бы не хромик был, какой бы мог быть? Ну, сверхредки, мне кажется, не мог бы. Мог бы быть эпик. Ну, блин. Мне кажется, вот от эпика могло быть. Да, напишите в комментариях, как вы думаете, если бы у нас не Бель выпала, а вот любая другая редкость, какая бы могла быть, а какой бы точно не было? Да. Напишите. Потому что... Все, твоя очередь. Так, теперь... Let's go. Сейчас может, к себе ближе по... Ничего не выпадет просто. Да, конечно, у тебя 7 сундуков. Ну, кстати, я так неплохо выбил. Я 4 бравлера выбил с 4 сундуков. На Дэрио давайте очки заберем. Ребятки, если вам нравится эта рубрика, обязательно пожимайте пальцы вверх. Как можно больше лайков. Да. И первый мегаящик. Ну, сейчас, как всегда, 5, наверное, потому что тебе 7 выпало. 5? Неудивительно. Блин. Ну и следующий, скорее, тоже. Ну да, я слишком много просто понавыбивал, поэтому шанс еще что-то выбить намного ниже сейчас. 7 предметов. 7. 7. Хоп. 5. Блин. А сейчас уже должно повезти. Ну давай, давай. Уже 2 предмета. Еще, если я не ошибаюсь, еще один сверхредкий, правильно? Угу. Так что, Синкибаудус. Синкибаудус. 5, да что ж такое? Оу, ноу. Еще 4. Нет. Это уже попахивает чем-то плохим. Да, сейчас нормально все будет. 6! Отлично. Вот он тот сверхредкий. Это сверхредкий выбор. Нормально. Сверхредки, а кто там? Сверхредки это тоже люди, понимаешь? Я не помню, кто там. Я тоже не помню, кто. Пенни. Ну-ка. Как ты думаешь? Пенни. Ну, не Дэрил. Не Джеки. Потому что Джеки вот. А, да. Ну, значит, Карл. Кстати. Я на Карла ставлю. Ну, я пусть и будет на Пенни. Хорошо, я давай. Не помню. Я вообще не... Лео. Что? Это не Пенни! Что это за аккаунт вообще? Я его просто реально случайно нашел, там было, на нем лежало 100 баксов, и тут просто Матвей выбивает Леона. Ну это не Пенни и не Карл. Ну, тут мы проиграли. Что за фигня вообще? Как ты это сделал вообще? Не знаю, да? Просто сила мысли. Офигеть! Ну, кстати, и у нас. Круто. Подожди, у нас реально, у нас же нету сверхредкого одного. Есть. А, нет. Нет, у нас нет одного сверхредкого, нет, и при этом. Два эпиков, мификов. Мификов, два эпика, два мифика, два хромика, одна лего и нет сверхредкого. Капец. Что за аккаунт? Два лего именно. Ну сейчас вообще ничего не будет, мне кажется, вообще. Блин, ну ты, конечно, перебил одним Леоном все моих 4 браузеров. Ребятки, помните, что я вначале говорил? Введите код Аурум. А, еще я говорил, что все, что мы сегодня выбьем, я желаю, чтобы вы выбили обязательно. Будет. Если вдруг у тебя нету Леона, ты его выбьешь обязательно. И два хроматических, между прочим, да. Да блин, вообще просто лютое. Ну, сейчас 5, потому что 5. Ну, сейчас. После Леона, в принципе, можно уже заканчивать ролик. А ты знаешь, в чем еще? А, нет, ну мы потратили. Все, ну мы с 2000 гемов сейчас потратили, смотри. Всего лишь 400 гемов, меньше хотя даже. Хотя могли потратить там 1000, да, уже, 100%. Да, я даже не знаю. Ну, ради интереса мы, конечно, потратим дальше. Ну, что, да. Гейла купим или пусть живет? Давай купим, 79 okay. гемов, это лучше, чем... Покупай. Давай. Гейл! Ну, после Леона, я в шоке просто от Леона, как ты это сделал. Лучше бы... Сейчас самая прикольная Матвея реакция такая. Ну, это не Карл. Ну, что? Ну, почему не Карл? Я хотел Карла. А не Карл, а хотел Пенни. Ой. И так всегда. Это да. Так, мы пролистали? А, мы пролистали. Ну, это код Аурум просто, понимаете? Да? Что-то было так и задумано. Леон равно код Аурум. Так, сейчас опять пролистали. Ничего, сейчас я. Оп. Кстати, это Мортис был? Или мне показалось? Или это скин? Это скин. А, это скин. Ведьма Мортис. Все, ладно. Начинаю Ведьма Мортис. Сейчас вот так вот чуть-чуть. Ну что? Интересно, что будет с обычных сундуков. Ребят, 1500 гемов у нас еще осталось. Да. Повезет нам или не повезет? Новогодние, как говорится... Это новогодний выпуск, акции. Еще секретный аккаунт. Мне кажется, что... Что-то тут секретное. 5,
Ничего. Новогодние акции нас порадовали, как говорится. Это да. Так, давайте. Теперь, будем по очереди туда. Да. Ну, чем уже можно перебить Леона, я даже не знаю. Ну, мне кажется, тут штук 10 сундуков просто ничего не будет. Просто пустые. Ну, да. Ну, может, сверхредки. Сверхредки? Пенни или Карл. Я уже не помню. Потому что мы и так не знаем. 6! А это тот самый сверхредкий. Ну, кто знает, кто знает. Наверное. Пенни была, кстати. Это уже точно не Пенни. Нам... Так. И... Так что тогда? Это тогда Карл. Карл. Наверное, да. Это Фрэнк? Блин, что? Почему? Может, мы ошиблись и все-таки выбили все сверхредки? Да нет, ну как? Ну там же... Давай посмотрим. Будет торно, если там на самом деле нет. Если мы просто тупим. Если мы тупим, прикинь. Так. Не, ну должен. Вот, нет одного. Вообще, ну все, четыре. Кого? Карла. Четыре. Карла нету. Карла нету. Вот. Карла нету. Ребят, Карла нету. А три эпика же. Есть, два мифика, и лего и два хромика. Что вообще? Аккаунт везучий. Получается, ты только что открыл, теперь я буду открывать. Мой сейчас сундук. Наверное, да? Да, потому что ты же открыл только что. А я открыл, я выиграл раз. Да, ты. Ну, окей. Пау. И, ну, все должно быть 6, я прям уверен. Ну, 5. Хотя не, почему? После ты же выбил, да. Я не понимаю, почему Карл не падает. Как такое может быть? Он просто не хочет. Что? А, он просто не хочет. Ну, это вот, да, это логично. Логично. Это логично, он просто не хочет падать. Ну, как такое может быть? Может, он заглючил? Да не, ну как? Ну а как? Почему не падает? Там вероятность вообще в каждом должен быть сундуке. Просто, может, вероятность эпика больше. Давай посмотрим. Блин, мне даже интересно. Давай посмотрим. Раз. Все. Где? Вот это, да? Да, да. Так. Ничего не видно. А сверхредкий 1,28, 39. А эпический 0,5. Вообще-то, на самом деле, не так, чтобы высокая вероятность. Ну вот, смотри, полтора... Не. Ну, почти 1% это сверхредки. Короче, но интересно, что мы выбили Легу. За там, ну, вероятность, которая 100 раз меньше. 0,100. Бред вообще какой-то. Или 100 тысячных, что? Ну да, ну то есть типа 1/100. Но это вот эта цифра от вот этой больше в 100 раз. Да, в 100 раз, ровно 100 раз. Капец. То есть мы могли выбить сверхредку, он нам пока. Нам почему-то попался Леон. Ну это просто крутой акт. Что? И твой лайк. Вот ты лайк прожал. Ну он нам выпадет. Между прочим. Так, ну что, я теперь, да? Да. Поехали. Интересно, когда? Прикинь, если мы потратим все гемы, он нам так и не выпадет. 5, он не падает. Это будет вообще странно. Какой-то заколдованный аккаунт. Аккаунт. Ну будет странно, если он не выпадет. Так уже 1000. Мы потратили очень много гем. То есть, по идее, на этом аккаунте уже, наверное, было потрачено до этого 2000 гемов когда-то, полгода назад или год назад. И мы вернулись. И мы вернулись еще сейчас, спустя полгода или год, открываем еще на 2000 гемов. Да. И не падает сверхредкий. Какой-то таинственный какой-то акт. Опа. Секретный. Блин, я правда честно, я такого не припоминаю, чтобы так долго не падал. Я помню, когда мне Лего, да, выпало, что мы выбили что-то там. Сразу же, буквально. Сразу же, да. Буквально вот после, как тогда еще были там три сундука, это было понятно, что выпадет. И потом сразу же выпало Сэнди вроде бы. Да, и, да. И просто потом больше ничего не этот. Да. Не помню. Так, ты или я? Да, ты, я ты. Вроде. Так, ну сейчас должно быть 6. Надеть, ну, уже сколько там? 5 сундуков. Ой, 3 сундука не было. 5 это что? Если он не выпадет, я не знаю. Это вообще очень странно будет, если Карл не выпадет. Ну, Карл? И Карл. Да как? Да какой-то баг может. Да как такое может быть? Да не, ну, типа, это может просто везение какое-то. Ну, я такого прям вообще не припоминаю. Такого не было никогда. Вот впервые в жизни такая штука, что не падает сверхредки. Когда у тебя есть все редки. О, Карл. Привет, Карл. Если это не Карл, я... Прикинь, нет. Кстати, у нас сколько раз такое уже было? Мы выбили... Мы очень много браузеров сегодня выбили. Леона, двух хромиков. И не выпадал, да, Карл. Да. Ну что, Карл? Карл, брат! Я больше казалось, причем здесь Украина? Я больше радовался ему, чем Леону. Окей.
Так, и сколько нам понадобилось? Смотри, я думаю, что нам понадобилось сейчас где-то 1400 гемов. Учитывая там, что было намного больше мегаящиков, там акции супервыгодные были, да? И еще, наверное, когда-то полгода или год назад мы потратили еще 2000 гемов. И Карл нам не выпал. Капец. Почти 4000 гемов потратили, и Карл не падал. Да. Ладно, а сейчас он выпал. Да, поехали. Ну, это отлично. Так. Я больше радовался ему, чем Леону. Это просто легендарно. 5. Ну, это ну, было... Ну, все, мне кажется, это все. Не, ну чего, я сейчас сундуков 5 будет. Даже больше, может. Ну, 5, 6, 7. Фух. Давай. Да ё-моё. Ну, что, как ты думаешь, выбьем еще что-то или нет? Не думаю. Ну, может быть, одного эпика там какого-нибудь. Блин, ну просто мы очень много уже выбили. Ребятки, как вы думаете, выбьем что-нибудь? 5. Они выбьем. Они выбьем. Кстати, мне там постоянно в Brawl Stars везется с последних сундуков, именно когда гемы остаются, и там последний сундук открывают. И там очень везет. Ну, сейчас посмотрим. Блин. Мне очень часто везет. Так. Окей. Ничего себе тут, блин, 14 тысяч монет почти. 13 500. 5. Странно, странно. Опа-на, а это у нас... Стой, математика. Еще 3 сундука. Да? Да. Я тоже плохо с математикой, поэтому... 5. Все нормально. Ну, по идее, 3 сундука, если я... Я просто не запомнил, сколько было гемов. Нет, нет. Да, 2 сундука осталось. Я угадала. Ну все, вот сейчас, ребятки, лайк, подписочка, сейчас будет, смотри. Блин, а последний сундук? В нем, да, постоянно падает? Да, возможно, сейчас, вполне да. возможно. Значит, сейчас будет, сейчас все будет. Ну и ну, давай. Сундук, пожалуйста, будь добр. Будь давай. Добр. Вот. Жми. Давай вдвоем. Жми. Блин. Обычно везет, обычно везет. Сорян. Вот. Так, ну что ж, ребятки. Ребятки, давайте зайдем в бойцы, посмотрим, что мы наубивали. Итоги будем. Бойцы. На самом деле, там было, по-моему, 10 сначала цифра, сейчас 18. То есть мы выбили, если я не ошибаюсь, мы выбили за ролик 8 бойцов. Да. То есть мы выбили Карла, 2. Пайпер. Да, это мы уже было. Да, по-моему, было. Фрэнка. Этих мы выбили. Леона, Гейла и генерала. Ну, короче. И Белль. Сумасшедшее количество новых бравлеров. Ребятки, мы желаем... Вот видите, я в начале ролика сказал. Я желаю выбить вам вот то же самое. Если вы прямо сейчас подпишетесь на мой канал, на Матвея, поставите лайк и, конечно же, введете код Аурум. Желаем вам хорошего Нового года, с праздничком. Я думаю, что мы на моем канале еще выйдут ролики, но с Матвеем на большом экране это последний ролик в этом году. Но давайте много-много лайков, чтобы эти ролики продолжались и в следующем году. Да. Всем пока, ребят. Пока! Woo!